Nifiha adam. Просто нифига. Паша в очереди стоит. Нифига. Пацаны там рубятся, капец. Там уже такие ямы, блин. Ямища. Так, друзья, оффроуд пока завершен. Для тех, кто включился, и для тех, кто в камере. Черт. Я не выскочил. В общем, оффроуд пока завершен из-за того, что со второй тронулся. 63-й поломался. Toyota его тащит, тормозит. Точнее, сзади оттормаживает. У него спереди буксирует. Едем на базу. Сейчас посмотрим, что там происходит. Поворачивают, блин. И вот это Toyota не в тему тут вообще, блин, чуть не вклепал. Ни хрена у людей в голове нету. Ну уже едешь, так едь быстрее же. Так, все. Мы доехали. Все нормально, слава богу. Вот это логово известное. Во всей красе. Тут онлайн у нас идет. Снимаю я сейчас на две камеры сразу. Ну, машин хватает, я уже говорил. Смотрите, тут и Cherokee XJ есть. Кирпич в простонародье. Toyota. Ну, в общем, хватает автомобилей на любой вкус. Але, ну сам хочет толкать. Давай толкать. Давай. Давай. Миша, садись за руль. Миша, смотри, я не твоем. Мы толкаем с Витей вдвоем. Остальные толкать не хотят. Да. Давай, да я ебой один, блин. Один бы ты не толкнул. Блин, суровые. Суровая эта фирма, вот она.
хорошую. Главное еще не задавить никакой внедорожник. Ифа на месте. Кто спрашивал, где Ифа? Вот Ифа ждет. Скоро будут делать. Есть у меня секретная информация. Фоточки надо было сделать. Я сделал. Сделал. Можно на оффроуд ездить? Да, трактор. Хер вытянем это. Не, но он с ковшом может сам себя вытягивать. Раздаточка не выдержала. Так, а вы нормально покатались, уже накатались, да? Был оффроуд хоть чуть-чуть? Или слабо? Ну, вот по газику же видно. Да, чистый вообще, вроде и болото не заезжал. Это же резина, но компьютер. Да, да, да. Витри называется. Правильно обдирать, если бы вот это оставить, глубина протектора была бы, короче, вообще, да? Спичечный коробок, да. Да. Вот, то есть вот так вот правильно обдирать, вот эту полосу, да? Ну да, а да. Я да. Посмотрю, у тебя, ну, она вообще... обдирают-то тоже... лысые уже, понял? Ну да, да. И новое, ж, ну, как бы можно тоже обдирать, но новое... Но у меня одно колесо, которое ободрано, у меня вот эта часть осталась, вот она почти целая. Там оно было свежее какое-то, где-то Женя нашел. И вот это у меня задние колеса, оно, когда накачаны, вообще идут на вот этом протекторе. Да? Ну, там чуть-чуть касается. Офигеть вообще. Я терю, у меня там человек в машине серьезно сидит. Это он фоткал? Да, это он, и вот все делает. Вот так вот, глянь, какой кадр есть. Сейчас, сейчас. Оп. Эй, вот так, глянь. Офигенно вообще. Офигенно делает. Да, короче, надо сейчас, человека подключать, надо подключать к оффроуду. Так, ну, ребята не готовы. Все мокрые. Продолжать это, эту жесть. Так, а тут и дорога перекрыта. Объедем. Вот тут как раз весь автопарк во всей красе представлен в кадре. Смотрите, Альфа. Тут оффроуд прямо на базе нормальный. Можно купаться. Тут мы тест-драйвы иногда делаем, я дорогу знаю за счет этого. Ого. Немного такси. Заказывайте новые машины, водители проверенные. ТО проходят каждое утро. 225, 25, 25, экспресс, такси. Вот тайная дорога, я вывел колонну. Так, ждем Виктора, поливает по-прежнему. Где-то он там сзади едет, уже заправляться ездил. Нам показывает навигация. Где у нас тут? 17 минут, 9,8 километров до точки. Там кто-то застрял, ребята тащут, кого-то эвакуируют. В общем, сейчас поедем дальше.